Друзья, мы с вами в эфире. У нас, к сожалению, сегодня небольшие технические проблемы, поэтому нет изображения. С нами доктор Борис Увайдов из Лос-Анджелеса. Меня зовут Владимир, и мы поговорим сегодня о женской и мужской сексопатологии, но это будет радиотрансляция без видео. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, друзья. Привет всем из Лос-Анджелеса. О чем хотели бы вы сегодня рассказать, если не трудно, обозначьте, пожалуйста, в двух словах. Будем продолжать говорить о женской и мужской сексопатологии, поскольку это очень такая, как говорят американцы, sophisticated тема, то есть когда не всегда можно найти правильную информацию о вот этой патологии, где очень мало пишут и еще меньше говорят правду. Вот. Ну, начнем с простого такого анонизма. Многие утверждают, что это нормально. Может быть, в каком-то степени они правы. Но практически анонизм – это и есть нарушение сексуальной функции. То есть это уже ненормальное состояние, хотя мы наблюдаем, как психиатры, так и урологи, сексопатологи, гинекологи, что как и мужчины, так и девочки, они из-за неправильного воспитания социума, неправильного питания, дети получают как бы гиперсексуальное чувство, раздражение. Но причин очень много. Одна из причин – это психологическая, другая причина – это физиологическая, третья – это социум, где он воспитывается. Вот. И все это неправильное, навязанное ему с детства отношение к сексуальному чувству ведет к различным патологиям. Вот. Хотел я упомянуть о том, что ну, родители, балуя ребенка, дают ему, допустим, мороженое часто, или шоколад, или пряности. Это все ведет к перегрузке и как бы повышенному сексуальному возбуждению, а также у него ум начинает быть направлен на то, что какой-то зуд получается в половых органах. И, естественно, ребенок от 3-9, особенно в период созревания сексуального, 12-13 лет, девочка немного раньше, начинает испытывать как бы приятный зуд половых органов. Борис, я, простите, перебью вас, извините меня, у меня просто сразу возник вопрос. Вот вы говорите о том, что это все возникает из-за неправильного питания, определенных добавок, ну, каких-то раздражающих факторов пищевых, которые дают родители. Вот, а нет ли все-таки здесь, ну, голоса природы? А если всего этого не давать, неужели вот сексуальность не будет просыпаться, в частности, у девочек в 12-13 лет, когда начинаются месячные, когда организм уже созревает, и девочка готова стать женщиной? Определенным образом это касается и мальчиков. Я, может быть, ошибаюсь, но мне почему-то кажется, что эти желания, они будут возникать все равно, может быть, в меньшей степени, или я не прав? Прав в том отношении, что сексуальной энергией надо управлять, ее надо воспитывать с самого детства. Ее нельзя подавлять. Потому что если человек подавляет ее, особенно вот то, что я сказал, неправильное питание, возбуждение, воспитание от социума и так далее, у него перевозбуждаются сексуальные центры. Вот это ненормально. То есть если половое созревание, допустим, в 13 лет или в 12 лет и так далее, и это естественно, у него будет потребность противоположному полу, то ребенку, допустим, надо правильно объяснить. Вот он увидел, допустим, как собаки совокупляются, или же как петух топчет кур. У него уже возникают какие-то фантазии в голове, и он не может понять. Это нужно детским психологам объяснить так, чтобы он был удовлетворен психологически на его момент времени и его развитии. Ну, допустим, женщины в Индии, они быстрее
развивается, и у них, конечно, пробуждение сексуальных центров намного раньше. Но это естественное состояние, как я говорю, не патологическое, естественное, и тяга к противоположному полу. И это сексуальное чувство нужно воспитывать с самого детства. Ну, например, я бы показал картинку, как, значит, сексопатологи американские, европейские, они давали знания родителям, как предотвратить онанизм и другие сексуальные перверзии у детей. То есть, где они должны следить, где находятся руки. Они должны, значит, одевать его с большими рукавами и даже как бы застегивать, чтобы руки были наружу и руки не могли находиться внутри для мастурбации. Это разве не разумно? Если они это делали, ну почему мы не можем это делать? Второе. У них были такие, ну как бы, девайсы, ну то есть такие устройства, где даже если у него руки будут внутри, половые органы будут закрыты от этой пагубной привычки. То есть не в состоянии он будет делать. Он будет закрыт. Руки не будут иметь доступа к половым органам. И у девочек, так и у мальчиков. Допустим, дальше, для того, что, допустим, родители увидели, они посмотрели, что он занимается онанизмом. Какое должно быть лечение? Первое, это есть лекарственная терапия, да? Мы давали, когда я работал психоневрологом, сексопатологом, камфора монобромата. Она успокаивает намного сильнее, чем валерьянка. И эти сексуальные центры, они как бы понижаются. И надо регулировать также и с правильным питанием. Есть пищи, которые возбуждают сексуальные центры, есть, которые успокаивают и наоборот, притупляют сексуальную энергию. То есть это как целая наука. Как правильно воспитывать детей сексуального, значит, характера с самого детства. Дальше есть такое лечение, допустим, американские психологи, сексопатологи, когда видели, что уже привычка сильно развита, то тогда они делали как бы шоковый бой. Так это тоже искусство. То есть брали такую металлическую, нагревает проволока, и прямо дотрагивались до полового члена. И девочкам тоже. И это получалось как бы болевое шоковое состояние. И эта привычка, она как бы нейтрализовывалась, устранялась. Это тоже было на вооружении еще 60-80 лет тому назад. Мы забыли все это. Ну, не считаете ли вы это какими-то несколько варварскими методами переживания, боли? Может быть, есть какие-то иные способы, связанные с воспитанием, а не с таким жестким воздействием физическим для того, чтобы отучить? Вот в этом и, Владимир, заключается искусство врача, чтобы не допустить онанизм или другие перверзии сексуальные, чем потом пожинать плоды различных ментальных психических заболеваний, которые могут полностью разрушить и расстроить не только сексуальную жизнь, но и карьеру, и здоровье человека. Это очень важно. Так вот, это зависит все от искусства самого врача, который практикует сексопатологию. Варварство, не варварство, вот в этом-то и искусство, чтобы не повредить и в то же время вылечить и устранить эту дурную привычку. Вот. Дальше воспитываем детей, допустим, в духе, допустим, спорта, закаливания, обливания холодной водой. Вот. Дальше его нужно ум повернуть, когда он еще маленький, до 12-13 лет, так, чтобы он отвлекался, предавался, допустим, художеству, поэзии, его надо заинтересовывать чем-то другим, чтобы он отвлекался, потому что это очень динамическая сила сексуальная, которую ребенок не может управлять.
И задача родителей и общества именно направлять, воспитывать и контролировать сексуальный мир. Дальше. Значит, есть много других способов, не буду останавливаться. Давайте перейдем к другим темам, допустим, как от неправильного гипосексуализм. У девочек, у женщин это может развиться патологическое сексуальное расстройство, которое называется у нас нимфомания. Или же в народе ее называют бешенство матки. Когда-нибудь слыхали? Да, нимфомания, конечно, слышал. И название, которое вы сказали, тоже слышал. Я встречал, но не очень много, но встречал таких женщин. И даже у меня есть один мой друг, который женился на этой женщине, которая имела эту болезнь. Она была тогда разведена, это был второй брак. Воспитывалась в семье религиозных фанатиков. Семья была большая, все были фанатики религиозные. Но конкретно эта женщина никогда не могла насытиться и удовлетвориться сексуально. С самого начала момента она, значит, говорила о любви, играла роль, вот, не только играла, но и вот эта сексуальная энергия, она может как бы образно, мифически принимать вот это чувство сексуальное за настоящую любовь. Такие женщины практически не могут любить душевно и отдавать полностью себя. Вот, потому что они не могут удовлетвориться. И вот она, значит, в течение ночи они могут получать много раз оргазма, но никогда не удовлетворяться. То есть временно она удовлетворяется, как только пробуждается, опять какой-то зуд. И так 24 часа. Так она заявляла ему, этому другу, что, мол, я тебя так люблю, что для тебя я готова 24 часа предаваться сексу. Вот. Так что проблема у ней, значит, как бы в мозгу, у ней затронуты вот эти сексуальные центры, которые нельзя удовлетворить, поскольку эта заноза и эта проблема накапливалась с детства, поскольку ее воспитывали, что секс – это грех. Секс – это смертельный грех, и за это ты попадешь в ад. И у нее раздваивалась психика. И при том и был запрет вообще на секс, ну, допустим, с 18 лет до 30 лет это сексуальное чувство копилось. И потом оно выразилось вот в эту болезнь. Вот. Лечение, естественно, должен проводить психотерапевт, который должен убрать, стереть вот это состояние и сделать как бы равновесие. То есть это долгий процесс лечения психотерапии. Дальше я хочу остановиться на, значит, проблеме, которая называется прерванный половой акт. Называется coitus interruptus. Значит, большинство женщин в наших условиях современных, они боятся рожать. Естественно, нужно воспитывать много времени. А если в ней нет этого желания, значит, они должны предохраняться как-то. То есть это один из способов предохранения попросту? Да, один из способов предохранения. Я также лечил таких больных. Вот. В чем порочность этого состояния? Что когда мужчина чувствует уже вот-вот начнется семяизвержение и оргазм, он прерывает этот акт и вытаскивает из влагалища. Значит, семяизвержение получается вне влагалища. Обои получают шоковое состояние, перенапряжение нервной системы,
которая отражается максимально на истощении расстройства эндокринной нервной системы и эмоциональной. Там получается перевозбуждение. И обои испытывает неудовлетворенность. И вот этот вот, это состояние рано или поздно ведет к импотенциям и различным ментальным заболеваниям. Вот. И не только начинает истощаться нервная система, но сразу получается расстройство в малом тазу, перегрузка. Может быть, воспалительные процессы мочевого пузыря, может быть, расстройство памяти, может быть, бессонница и другие десятки-десятки расстройств. Как только объясняешь людям, что это неправильно, вы должны, ну, нельзя обманывать природу. Всегда надо платить за последствия. И когда они начинают вести нормальный образ сексуальную жизнь, у них все восстанавливается, и все болезни проходят без всяких лекарств. Дальше презервативы все. У женщин это колпачки, пружинки и так далее. Все ведет к расстройствам сексуальной энергии и болезням. Вот этот презерватив, он тоже ведет к импотенции. Ни женщина, ни мужчина не получает сексуального удовлетворения. Понятно. Поэтому представьте себе, Владимир, что мы хвалимся, что наша цивилизация, что мы достигли таких высот, такая технология, и мы не имеем противозачаточных средств, которые бы не вызывали побочные эффекты. И все противозачаточные гормональные средства 100% разрушает и нарушает все функции женских органов. То есть настолько это вредно, эти гормональные противозачаточные вещества, что я практически не берусь восстанавливать эндокринную систему эмоциональную, потому что она полностью разрушена. Это надо много-много времени, энергии, душевных сил, чтобы восстановить этот электронный механизм, который запускается с рождения человека. Так вот, эти американские индейцы веками применяли специальный настой, который действовал противозачаточно, абсолютно без всякого вреда. Вот. Когда женщина не хотела беременность, она пила этот травяной настой, и она не беременела. Потом, когда она хотела беременность, она не пила и беременела. Так вот, этот секрет раскрыли американские психологи и гинекологи, вернее, французские. Сделали патент и сейчас успешно применяют. К сожалению, у нас в стране этого еще не хотят принять. Потому что ничего не стоит. А патентные противозачаточные стоят очень и очень дорого. Коммерческая медицина. Дальше хотел сказать, что наша эмансипация привела к тем условиям, что женщина настолько перегружена, у ней не только, значит, от рождения, значит, миссия рожать, воспитывать и поддерживать семью, но еще и работа
И эта работа тоже нарушает и разрушает сексуальные центры. И приводит к различным сексуальным расстройствам, включая ригидность, включая анаргазмию, то есть невозможность получать сексуальное удовольствие. И отрицательные эмоции, естественно, если любимая работа, но женщина не может соперничать с мужчинами и работать так же, как и мужчина. Это страшная ненормальность, и это попирание всех прав на свободу женщине, которое ей было дано от Бога, не работать вообще. Ее забота и работа – это семья, вот, это рождение, продолжение рода, быть чистой, честной и воспитывать морально здоровых и физически, и эмоционально, и психологически детей. Вот это ее главная цель и забота. Но есть отклонения, есть исключения. Это все зависит от того, насколько женщина талантлива. Вот. Ну, об этом мы будем говорить, может, в следующий раз. Вот. Я хотел сказать, что есть ученые, которые доказали, что образованная женщина, эмансипированная, которая работает наравне с мужчиной по 6-8 часов каждый день, не способна кормить грудью детей, потому что у ней не будет молока. То есть эти умственные перегрузки, которые женщины предоставили, это тоже ненормальное явление, это патологическое явление. И, конечно, вся семья платит дорогой ценой. Я считаю, что женщина максимум должна работать 3-4 часа. Это максимум. И то, работая по своей любимой специальности. Чтобы это ей было в радость. Она должна 9 месяцев носить своего ребенка и радоваться. От ее эмоций зависит будущего ребенка. Она это все передает через кровь, через пуповину. Но я думаю, что мы будем кончаться, если есть какие-то вопросы. Да, время подходит к концу. Спасибо за интересную информацию. Если будут какие-то вопросы у наших слушателей, мы с удовольствием на них ответим. Пожалуйста, задавайте. А вам большое спасибо за сегодняшнюю программу. В эфире был Борис Увайдов. Еще раз спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. До встречи.